Программа называется «Линия жизни». Действительно, эта линия была достаточно извилистой. Буквально в двух словах. Я закончил Харьковский политехнический институт. Я родом из Харькова. С гордостью ношу звание почетного гражданина этого города. Я родился через несколько месяцев после окончания войны, 8 сентября 1945 года. Как видите, прям почти совпало. Потом жил в Донецке около 3 лет и оттуда уже поступал в АВГИК, в мастерскую Юрия Павловича Егорова, который закончил в 1978 году. И в 1979 дебютировал фильмом «Сыщик». Уважаемый Владимир Петрович, скажите, что вам больше всего запомнилось из детства? Нас было 3 братьев, сейчас, к сожалению, осталось 2. Старший 40-го года, средний 42-го, а я 45-го. Значит, пока мы были детьми, я, конечно, там был какая-то шкильдия, которая болтается под ногами, не дает спокойно жить, и поэтому можно, конечно, его ставить на место, воспитывать, что тоже, кстати сказать, было не лишним, прямо скажем. Они еще дружили со старшими ребятами. У меня получилось так, что я вообще все время рос в компании взрослых мужчин. Это очень было специфическое время. Мы выросли в руинах. Харьков 2 переходил из рук в руки. И он был в очень значительной степени разрушен. Вот. Но мы совершенно не страдали от того, что война была. Что вы, там было столько всего. Потрясающее кино, которое мы в десятки раз смотрели каждую картину. Я, например, прекрасно пел на хинди, я владел этим языком. И, да, после фильма «Бродяга» я и сейчас могу спеть на хорошем индийском языке. Вот «Абарагу, абарагу, абландишмэдас манирдичка тарагу». Что запомнилось? Запомнилось ощущение счастья. Родители молодые, красивые, потрясающие люди, поверьте мне, были у меня феноменальные родители. Хотя их молодость была такой довольно относительной. Я очень хорошо помню, когда папе исполнилось 40 лет, и я помню, какой страшный ком у меня был в горле. Отец стоял, так у нас был такой комод, он так причесывался. Я думаю, боже мой, какой же он уже старенький, 40 лет, какой кошмар. Это же скоро я могу его потерять. Это было ужасно. Но, слава богу, он прожил до 83 лет. Вот, так что жизнь не так коротка, как может показаться на первый взгляд, если ей правильно распорядиться. Ну вот, что-то такое, да. Скажите, пожалуйста, что повлияло на вас, на ваш выбор профессии режиссера и актера? Ну, я не знаю, как называется этот орган, который влияет на такого рода вещи. Но поскольку, я повторяю, я жил в такой довольно сложной среде, и это было время еще очень важно, что мы все жили в коммуналках. Но поскольку это была довольно жесткая такая среда, как я уже сказал, в значительной степени криминализированная, потому что многие други моих детских игрищ и забав прошли, так сказать, по разным коридорам нашей действительности. Я, к счастью, удержался от этого, хотя соблазнов было немало, в значительной степени за счет того, что нас было 3, и мы так держались очень вместе, очень боялись огорчить маму, поэтому, так сказать, уходили от соблазна или там попытки взять тебя на слабо, там, подломить киоск или разуть чужую машину там, и так далее.
Но возникали и какие-то совершенно другие контакты. И вот я помню, когда я сменил школу, я пришел, все чужие, я какой-то тут совершенно посторонний, и все говорят, Саша приедет, а Саша сейчас в Артеке, вот Саша будет. И Саша, я его сразу возненавидел, он в Артеке, он откуда-то приедет. Уже сентябрь месяц, я как безумный хожу в школу, а Саша в Артеке. Значит, но он приехал, действительно, через пару недель, такой весь из себя чудный, замечательный мальчик, Саша Ладыжинский. А он был во Дворце пионеров, в театре юных. И как-то я к нему приблизился, ты че вообще, это, ты как? Вот, он мне рассказывал, он, оказывается, ходит во Дворец пионеров. А это меня как-то очень... Это, он в артисты ходит, значит, это вроде тех, которые в кино показывают. А барагу... Вот. И я решил туда, значит, с ним тоже сходить. У нас в школе, в классе моего старшего брата Славика, появился один мальчик, замечательный парень такой, Вадик Кузнецов. Он был цирковой, и он принес в школу какой-то совершенно другой дух. Он был блестящий акробат, мы тоже занимались, старший брат гимнастика, я за ними тащился. И здесь, значит, вот этот Вадик Кузнецов, он начал какую-то такую самодеятельность замечательную развивать. Он сам был блестящий акробат. И однажды он показывал пантомиму такую на рыбалке. И когда я пришел туда, там был феноменальный человек, руководил этим театром во Дворце пионеров, Петр Львович Слоним такой. Который говорит, ну покажи чего-нибудь. А я вообще ни сном, ни духом. Но я вспомнил, как я видел один раз, я видел, как Вадик показывает эту пантомиму. И я ему ее по памяти никогда не репетировал, клянусь вам, воспроизвел. И вот как Анка-пулеметчица когда-то на вопрос Василия Ивановича Чапаева, когда она вернулась из Парижа, он ее спросил, как там в Париже, она сказала... Ну что, Василий Иванович, я там произвела такой фужер. Вот. Вот и я там, значит, произвел фужер вот этим делом. И меня туда взяли, в этот Дворец пионеров. Когда я попал в Дворец пионеров, я, конечно, сходу уже понял, что только артистом я и могу быть. И там были замечательные ребята, в том числе, которые стали хорошими актерами, режиссерами. Один из них мой друг детства, Витя Шрайман, потрясающий, можно сказать, лучший в Союзе кукольный режиссер. Тогда я, в общем, стал на этот скользкий путь. Но потом получилось так, что хотите верьте, хотите нет, но мои близкие знают, что это так. Как-то у меня хватило ума в 17 лет, когда я закончил школу, даже не полных, мне было 17, как-то понять, что в этой профессии быть где-то там на задворках, как-то это очень суровая судьба. И я решил себя проверить временем. Вот как-то именно, как ни странно, так звучал мой выбор. Я пошел в политехнический институт, я 3 семестра проучился на вечернем отделении и перевелся на дневной, после 3-го семестра. Буквально на следующий день после того, как я перевелся на дневной факультет, ко мне подошел секретарь комсомольского бюро факультета, такой Жора Геродес, замечательный парень. Сейчас он заведующий департаментом науки в МИДе, доктор, профессор, замечательный парень. Он подошел ко мне и говорит, слушай, ты Жеки Фокина брат? Я говорю, да. Чего говорят, ты артист? Да, я говорю, ну да, в каком-то смысле. А ты не хочешь в КВН команду? КВН мы сейчас как раз факультетскую готовим. Я говорю, какие вопросы нет. И вот день я проучился как человек, а потом, значит, я пошел сначала в команду КВН, потом мой старший товарищ Аркадий Инин, вы его знаете, он тоже закончил нашу кафедру, наш факультет. У него был театр эстрадных миниатюр, я в этот театр. Но самое главное, что мы с братьями создали свой театр, это было в 1964 году. Придумали абсолютно новую театральную форму, тогда это было невероятно, так сказать,
потрясающая новация. Вообще, это время было очень мощного движения студенческих театров, и театры были потрясающие. Мы придумали такой театр-силуэт, который был основан на театре теней, пантомимы и всех видов театрального искусства. Мы все считали себя вправе, на все считали себя правомочными во всех видах и жанрах театрального искусства. И практически мгновенно с самого начала имели огромный успех. Я занимался пантомимой очень серьезно. То, что вы видите, вам нужно уменьшить в 2,5 раза. Тогда это выглядело чуть иначе. Вот. И эти занятия пантомимой были весьма успешными, потому что в Харьков когда-то приехал Марсель Марсо со своим партнером Пьером Вери, и мы пригласили его на наш спектакль. И он очень тепло и сердечно отозвался о наших делах и немедленно, значит, позвал меня в свою интернациональную школу пантомимы и говорил всякие слова про меня и про то, во что сейчас немедленно превратится моя жизнь. Но объяснить ему, что советский человек не может поехать в Париж, даже если его приглашает Марсель Марсо, было сложно, странно. Он пожимал плечами и ничего не понимал. Но, в общем, пришлось от этого отказаться. Но к этому времени я уже, в общем, понимал, что актерство мне как-то будет маловато. И, конечно, я уже возмечтал о режиссуре. И постепенно наши ребята потянулись сюда, в Москву. Аркадий Инин поступил на сценарный факультет ГИКа. Валера Харченко такой, его сокурсник тоже, Герасимов на режиссуру поступил. Ну, в общем, как-то было понятно, что надо идти туда. А я закончил ХПИ, меня оставили на кафедре, я занимался довольно сложными там всякими прогрессивными технологиями. И, в общем, как бы дорога была в этом направлении, но душа тянулась куда-то еще. Но вдруг внезапно, значит, было издано такое постановление о том, что офицеры запаса, а мы все были таковыми, потому что прошли военную кафедру, призываются на действительную службу. Надо сказать, что моя жена, которая в это время закончила консерваторию, она пианистка, и которую тоже оставили в консерватории, у нее было блестящее, так сказать, будущее, совершенно понятное, и исполнительское, и педагогическое, и так далее. Мгновенно, а мы только 2 месяца как поженились, она мгновенно бросила свою консерваторию и уехала со мной в Херсон. Но это, конечно, сбило меня совершенно с крыла, и театр, в общем, начал глохнуть и хереть. 2 года я был там, потом я вернулся на кафедру, потом мы переехали в Донецк жить, и уже из Донецка я поступал в ВГИК. К этому времени у нас родилась дочь, когда я поступил, ей был годик, когда я поступил в ВГИК. И это для меня было ужасное решение. Представляете, 5 лет – это ВГИК, это полноценный 5-летний курс. Я их оставил там. Но если бы не моя жена, которая меня, так сказать, вытолкала буквально и как бы работала там на 2,5-3 ставки для того, чтобы я тут учился в Москве, то никогда бы я режиссером не стал. Ну и поэтому уже стыдно было как-то плохо учиться, поэтому там у меня как бы, я был пудовкинский стипендиат, у меня не было ни 1/4 от вступительных экзаменов до выпуска. Я уж старался как-то оправдать, потому что и жена, и тесть, и родители, и братья, все меня учили на режиссера. Вот, простите за такие подробности, но надеюсь, я ответил на вопрос, что повлияло.
Свой первый фильм «Сыщик» вы запустили сразу после окончания института. Могли ли вы предполагать, что будет такой успех вашего дебюта? Дело в том, что когда я заканчивал в ГИК, а мой учитель Юрий Павлович Егоров, мой мастер, которому я бесконечно благодарен и буду до гробовой доски вспоминать его с бескрайним уважением. Так вот, он начал как-то мне приобщать меня к студии Горького, где он был худруком первого объединения. И я начал туда ходить, и когда я пришел, я понял, что меня там очень ждали, и что-то он, видно, про меня там сказал лишнего, потому что они там меня как приставы в борделе принимали, в общем, не знали, куда посадить и так далее. И стали мне давать сценарии читать, лучшие, самые заветные. Сценарии, надо сказать, сильно так себе. Тогда шутили, говорили, центральная студия детских и юношеских фильмов имени Горького опыта тогда. Вот. Я начал читать эти сценарии и, в общем, так вежливо отказываться. Один, другой, пятый, восьмой, двенадцатый, 43-й. И я потом вижу, что они ко мне уже относятся совсем по-другому и не очень мне рады. И что-то я как-то себя много об себе понимаю, как видно. И вдруг мне попался в руки сценарий под названием «Сыщик». Я прочел и его. Это было очень слабое, прямо скажу, невероятно слабая история, содержащая все мыслимые штампы. Тогда на студии Горького лепили беспрерывно, значит, какие-то пропохождения, значит, милицейские такие фильмы и КГБистские там, и так далее. Но там было два места, которые мне показались какими-то достаточно незаурядными. Я назову эти места. Одно из них – это такая провокация, когда герой там начинает фантазировать что-то, и в этих фантазиях ведет себя иначе, чем в жизни. Она была не очень хорошо записана, не очень хорошо придумана, но сам ход этот мне понравился. И второе – это когда они меняются ролями, если вы помните картину. Сначала один преследовал другого, потом они… Вот эти два места как-то это самое. И я начал что-то такое соображать, и мне показалось, что можно потом. Я сказал, вы знаете, я возьмусь за это. Юрий Павлович, значит, тогда… велел немедленно ему позвонить и сказать, Фокин взял сценарий, Фокин взял. Он говорит, немедленно мне привезите. Ему его, значит, привезли вечером. Он тут же прочел и перестал со мной разговаривать. Натурально. Вот настолько, что я, значит, я вижу, он идет по коридору. Я иду навстречу, он разворачивается, просто не пряча глаза, и идет в другую сторону. Что такое? Наконец, однажды, а на студии Горького там есть две таких лестницы, я опять там был, я смотрю, ЮП идет в конце. Идет, увидел меня и пошел на лестницу. Но меня же, я тоже знаю, где какие лестницы. Я спустился вниз, пришел к нему на встречу, говорю, Юрий Павлович, в чем дело, что такое? Он говорит, Володя, будем считать, что это не лучшая ваша шутка. И я говорю, я не шучу, Юрий Павлович. Вы собираетесь снимать вот это? Я говорю, не это, а другое, но как бы по этому поводу. А он мне всегда говорил, вы должны снять крепкую профессиональную работу, утвердиться, получить право на прописку, а потом уже давайте, уже летайте. Я говорю, Юрий Павлович, мне 33 года. Люди к этому времени уже завершили все на свете. Как, когда мне там снимать крепкие картины, чтобы утверждаться? Ну, давайте уж совместим. И он, конечно, завелся сразу. Ну, смотрите. Опасно, но иди. И я в это дело пошел. Я тогда нашел Леню Ярмольника, это первое его появление в кино, Андрюша Ташков.
Борис Химичев хоть до этого появлялся, но прославился на этой картине так, что ему на жизнь хватило этой популярности. Мы все невероятно увлеченно работали и очень любили эту картину. У меня был замечательный оператор Слава Егоров. Вообще была очень сильная группа. Все были влюблены в эту работу. И, конечно, это было таким очень значительным. Ну и картина имела действительно очень большой успех. Достаточно сказать, что она собралась... Почему-то раздельно по сериям были отчеты. 105, и первая серия, и вторая. 106 миллионов зрителей. Это очень... И богу мы не договаривались, это мой ученик Денис Надеждин. Но да, это правда. Ситуация была сходной с «Сыщиком». Мне предложили сценарий под названием «Александр Маленький». Тогда получить международную постановку, это было немыслимо. С «Сыщиком» я запустился через месяц после того, как защитил диплом. Это был абсолютно уникальный случай, во всяком случае, огромная редкость. И не успев закончить одну картину, я начал, значит, мне предложили следующую. Но, честно вам скажу, это был невероятно слабый сценарий, хотя первый вариант был написан участницей и женщиной, которая является прообразом одной из героинь, там Тесса Тенцер. Я очень долго отказывался от этого, пока потом тоже не понял, что это редкая возможность, уникальная возможность высказаться на тему, которую еще никто никогда не затрагивал, о судьбах немецких детей в войне. Дело в том, что я тут рассказывал о том, как протекало мое послевоенное детство, и должен сказать, сейчас я могу об этом сказать в полный голос, что я вырос в ненависти к немцам. В ненависти просто осознанной. И она была разлита везде в нашей жизни. Когда я стал старше, я человек абсолютно чуждый любой национальной, религиозной или расовой розни. Я понимал, что вот это чувство, оно нехорошее. Но это мне давалось трудно. И вот когда я взялся за эту работу, я должен сказать, благодаря этой картине, я вычистился от этого вполне, потому что когда я начал писать сценарий, а практически это был написан совершенно новый сценарий, как бы по этому поводу, я это невероятно эмоционально переживал. Я помню, там я писал один монолог, меня просто всего трясло. Но на каком-то этапе я понял, что перед детьми станут просто гроссмейстерские актерские задачи. И все дети немцы. Это речь там в картине, те, кто, может быть, ее не смотрел или не помнит. Речь идет о немецких детях, которые потерялись в войну. И газета наших оккупационных войск «Тегль Херуншау», она на острове Рюген был организован нашими, наша комендатура, был организован детский дом, куда собирались дети, аккумулировали этих детей, газета публиковала их фотографии и помогала разыскать родственников. Население жутко было напугано, и они бежали, у них как бы, у нас была Средняя Азия, куда эвакуировались люди, а немцы спасались в Дрездене, они бежали под сень Сикстинской Мадонны. И именно Дрезден американцы бомбили в феврале 45-го года, просто сравнялись с землей, зная, что там все гражданское население. Это была одна из самых омерзительных акций американских. Американцы и англичане, которые сейчас приписывают себе победу в войне, бессовестно и даже не упоминая советскую армию, как в Нормандии стоял Обама и рассказывал, как он победил, его папа, его дедушка освобождал Освенцим, или дядя,
освобождал Освенцим, наверное, служил в советской армии. Но вот они сравняли Дрезден с землей. И вот Ингеборг Кречмар, вот первая из моих соавторов, она была в Дрездене там, она говорила мне, что в реке кипела вода от их бомбардировок. При этом на правом берегу Спрей, там они, там, где стоят самые дорогие замки, самая дорогая недвижимость, не упало ни одной бомбы, это они оставили, люди, которые владели этим самым. А Дрезден они просто стерли с лица земли. Так вот, когда я понял, что с ребятами придется говорить на какие-то очень серьезные темы и быть для них чужим дядей, с переводчиком, это просто неразрешимая задача. И тогда вдруг я осознал, что я должен изучить немецкий язык, для того, чтобы общаться с детьми напрямую. Герасимов написал в МГУ письмо, была такая китайгородская, знаменитый там профессор Иньяза, который разработал такой специальный метод с погружением. И мы поехали туда учить немецкий язык. 2 месяца. Это был ад кромешный. Я писал сценарий в это время, и мы учили немецкий язык. Ни звука по-русски, ни слова с первой минуты. И надо сказать, что несмотря на то, что и в школе, и в обоих институтах я изучал английский язык, и немецкий для меня был совершенно... Тем не менее, я действительно научился говорить и неплохо говорил по-немецки, что мне очень помогло, очень. Я помню, когда показывали сериал «ТАСС уполномочен заявить», пустили улицы. И это хороший показатель того, что сериал является наследником лучших советских фильмов. Вот могли бы вы рассказать о работе? Эту картину до меня уже один раз сняли. Больше того, человек, который это сделал, он был не первым тоже режиссером на этой картине. Но, к сожалению, это была тяжелая творческая неудача. И я узнал... У меня, я за это время, пока она начала сниматься, еще когда я учился в ВГИКе. Я за это время снял «Сыщик», «Александр Маленький» и так далее. Вот однажды меня вызвал к себе директор студии и чуть ли не на коленях начал умолять, чтобы я, что картина остановлена, и чтобы я доснял и перемонтировал эту картину. Я категорически, мгновенно, конечно, отказался от этого. Даже представить себе не мог, что я влезу в чужую работу. Значит, короче, началась тяжелейшая такая осада. Мне стали рассказывать, что очень интересная история, реальная, лежит в основе этой картины. Ну и я согласился прочесть повесть. Должен сказать, что я не люблю, не читаю детективное кино. Как ни странно, хотя у меня 2 картины, и «Сыщик», и «ТАСС уполномочен заявить», как-то, в общем, имеют некоторое отношение к так называемым правоохранительным органам. Да? Я прочел эту историю. Повесть оказалась очень сырой и слабой, прямо скажем. И я сказал о том, что это, по ней невозможно снять ничего хорошего. Но получилось так, что меня как бы там немножко обманули и поймали на том, что увидели у меня в руках эту книжку. И все как бы сказали: «А Фокин это теперь снимает?» «Да нет, я только прочую». «Да вы что?» «Да как? Нет, доктор, вы уже сказали». И быстро Госкино, Гостелерадио, КГБ, которое тоже... сказать, надо этим, все, он будет это делать. Это молодой, значит, лось, такой на восходящий, сейчас он так придет. Вот. Но я долго отпирался еще, до тех пор, пока не познакомился с консультантами. Это, собственно, люди, которые разрабатывали эту операцию, и ее исполнители. Они же прообразы тех героев, которых играет Вячеслав Васильевич Тихонов, это генерал Константинов, и Юрий Мефодьевич Соломин, это Вячеслав Ирванович Киворков. Когда они мне рассказали, что было на самом деле,
Я просто, тогда можно же сделать потрясающую картину. Но только надо делать не то, что вот тут, а то, что там. Юлиан сказал, что вопросов нет, садимся, пишем новый сценарий. Ну, садимся, пишем новый сценарий. Я приехал к нему на дачу, мы с ним там, у них, он же член семьи Михалковых, и кончаловка, замечательный напиток, которым они все владеют и утешают душу. Мы тоже там, значит, отдохнули по этому поводу. Он сказал, посидите тут, значит, немножко, я должен отъехать на какое-то время. Отъехал, оставил мне кассету «Эммануэль», чтобы я, значит, не скучал. Я тогда познакомился с этим произведением. Потом он вернулся, и мы с ним как бы говорили о том, как будет все это развиваться, и с тех пор я его больше не встречал. А уже я сказал «да», и некуда было отступать. Тем более, что было сказано, да, я сказал, что я готов это снимать, но при условии, что мы снимаем другое кино от нуля, и надо скорректировать актерский ансамбль и так далее. Я заменил ряд актеров. И мне сказали, пожалуйста, снимай новое кино, но в те же сроки и на оставшиеся деньги. Вот. Ну и началась невероятная, так сказать, эпопея. И когда пошел первый эфир, то тогда же письма писали, не было же мейлов там, смайликов и прочего там. Нельзя было из-под тишка тяфнуть что-то, как в интернете, сказать гадости и остаться инкогнито. Тогда писали письма, мне приносили мешки, не привели, поверьте, было такое, мешки. Города вымирали просто, это была правда. Мой брат средний, он был очень там, крупной фигурой в Западной Сибири, в РАО «Тюменьэнерго». И он рассказывал, он говорит, мы когда показывали ТАСС по орбитам, мы перебрасывали энергию за Урал. Такие, значит, были. Тогда невероятно пострадал ресторанный, ну не бизнес, а то, что было управление ресторанами. Такси, почему-то междугородная телефонная станция, еще какие-то очень странные какие-то структуры. Города просто вымирали, причем это правда. То же самое, к моему изумлению, было в Дамаске, куда мы приехали с Ирой Алферовой, еще одним парнем-документалистом. Были дни российского кино, приехали, как раз показывали ТАСС. И мы вышли, Дамаск, такое кино, Рахат Лукум, да? А тут чего-то там кто-то ходит, мозгами шевелит, что-то кого-то хочет переиграть. Все то же самое. Все сидят и смотрят. Мы видели, там же тепло, поэтому все раскрыто. И вот мы идем по улице, и вдруг... А накануне была третья серия, где Ольгу Винтер отравил, значит, человек. Она умерла. И мы идем с Ирой и с этим человеком еще, документалистом. И вдруг народ вываливается из какого-то кафе. «Живая! Живая!» кричат. «Вот она, живая!» И что вы... Что вы там, это был такой праздник, нас затащили в это кафе, и нас угощали, не знали, куда посадить и так далее. Здравствуйте. Скажите, вот ваш фильм «До первой крови», он детский, но с очень взрослой темой. Скажите, а вот чем он вам дорог и как вам работалось с детьми? Спасибо. Вы знаете, эта картина вообще... так сказать, предмет душевной боли, потому что когда она вышла, вокруг нее началась невероятно жесткая дискуссия. Тогда еще, тогда еще существовало ЦК Комсомола, и там просто на меня сорвались со всех цепей. И в прессе была очень жесткая дискуссия сторонников, противников. Это меня обвиняли в пацифизме, едва ли не в, значит, в подрыве боевого духа там и так далее. А в картине речь идет о детской военной игре. Но картина и задумывалась так. Она снята по сценарию Григория Остера, известного детского писателя. Это был очень серьезный поступок и с моей стороны, и с его стороны.
И были отобраны замечательные дети. Один из них, кстати, вот Борис Деревягин, сидит вот здесь, вот он, красавец. Те из вас, кто видел картину, узнают в нем мальчика, который дерется с главным героем на скале. Вот, сейчас он философ, закончил МГУ там, и так далее. Вот, это чрезвычайно важная для меня работа. И должен вам сказать, что сегодня, к великому несчастью, я ненавижу термин «актуальность» применительно к произведению искусства, потому что искусство должно быть над временем. Но, к сожалению, скажем так, сегодня эта картина под названием «До первой крови» звучит болезненно остро, потому что то, что там было сказано, что казалось мне абсолютно важным, о том, что ничего, что связано с войной, не может быть безнаказанным. Вот в чем дело. И сейчас то, что происходит на Украине, я уже говорил о том, что я родом с Украины и этнически, так сказать, причастен к этому народу. Значит, для меня, для моей семьи это все невероятная боль. Вот Борин герой говорит там, он говорит, дай честное слово, что ты меня не тронешь. На скале они стоят, под ними обрыв 200 метров. Они стоят на вот такой полке, встретились носом к носу. Я говорю, пройди, я тебя не трону, а там надо сорвать погоны. Он говорит, дай честное слово. Он говорит, честное слово. А тут честное слово не считается, это же война. Тут ничего не считается. Понимаете? Поэтому эта работа для меня чрезвычайно важна. И я надеюсь, что, может быть, после нашей программы у кого-то возникнет желание войти в интернет и посмотреть ее. Впрочем, чего я тут... У меня тут в кустах рояль, как я уже сказал, в качестве рояля Борис Деревягин. Вот он может вспомнить об этой нашей работе. Я хотел бы высказать благодарность бесконечную Владимиру Петровичу за то доверие, которое мне было оказано в моем 12-13-летнем возрасте, когда меня позвали на эту картину. Надо сказать, что еще не читая сценария, многие из моих старших товарищей в виде родителей, бабушек, дедушек, были категорически против этого опыта, потому что известный анекдот, когда, значит, киношники хуже цыган. Вот. И негативный опыт, который окажет киношная среда на такого правильного мальчика, надо сказать, что я был пионером, членом совета дружины, верил во все светлое будущее, в построение коммунизма в отдельно взятом государстве, etc. Нужно сказать, что их прогнозы оправдались, потому что, мягко говоря, и сценарий, который я прочел, уже будучи на съемках, и сама среда, которая формировала не некое жесткое, объективно значимое, понятное впереди светлое будущее, а просто постоянно некая проблематизация, которую всегда ставится перед человеком. Человек должен постоянно себя отвечать на вопросы сегодня, здесь и сейчас. И не пытаться надеяться на авторитет. Этому, собственно, меня научил Владимир Петрович, и я ему за это очень благодарен. Спасибо, Боренька, за добрые слова. Когда дети вернулись из экспедиции, то мы собирались там с родителями на премьерах и так далее. Они говорили, вы знаете, это приехали другие люди за эти полгода. Это, что там с ними произошло, но это приехали совершенно как-то иначе мыслящие, иначе воспринимающие жизнь дети. И, надеюсь, они изменились к лучшему. Иногда спрашивают, там, какая самая дорогая работа, какая самая дорогая картина. Должен вам сказать, у меня таких нет. У меня нет ни одной случайной
картины, поэтому каждая из них – это какое-то очень важное высказывание, и чрезвычайно для меня важное. Но «Пятый ангел» немножко особняком стоит, потому что это картина, в которой, так сказать, ну, что называется, вздыблены в самые острые проблемы, которые стоят перед человеком. Вот на сегодняшнем этапе жизни нашей страны. Это картина, которая охватывает всю вторую половину 20 века, от 49 года до наших дней. И о том, как, что происходит с человеком, что происходит с человеком, с его душой, под воздействием денег, особенно больших денег. Это очень важная и очень серьезная для меня картина. И не скрою, я счастлив, что она у меня есть. Единственное, что меня крайне огорчает, это то, что ее очень редко показывают. В нашей стране она прошла всего там пару раз, и, видать, слишком много сказано правды в картине. Должен сказать... тем, что картина вышла в том виде, в котором я ее делал, я говорю о «Пятом ангеле», колоссальная заслуга тогдашнего главного продюсера по художественным фильмам НТВ, где я это делал, а ныне директора канала «Культура», да, и я ему бесконечно за это признателен, потому что если бы не он, ничего бы не было. Это мой вгиковский товарищ еще, Сережа Шумаков. Вот он тогда, просто когда увидел, я привез его материал, он высказался в весьма комплиментарном ключе, и просто спина к спине, что называется, мы отбивались от весьма жестких нападок. Благодаря ему мне удалось сохранить картину в том виде. Поэтому я надеюсь, ее все-таки будут показывать. А опять же, для тех, кто интересуется, она выложена в интернете. Не пугайтесь, что там 16 серий. Начнете смотреть, досмотрите. Ну вот последняя по времени работа, как ни жутко это прозвучит, я сдал ее уже 8 лет, как, хотя, казалось бы, это все было вот только что, это экранизация повести Улицкой «Веселые похороны». Картина называется «Ниоткуда с любовью». Она очень точно и глубоко передает состояние души человека, испытывающего ностальгию. Кстати, ностальгия, это, ностос – это родина, да, ностальгия – это греческое слово «тоска по родине», и говорят, что ностальгия более всего присуща русским и китайцам. Но я вам должен сказать, что я сам как бы от этого получил очень мощную прививку, когда переехал в Москву. Для меня это было как бы неким аналогом эмиграции, когда я вдруг оторвался от огромного количества бесконечно дорогих людей и оказался здесь в полном одиночестве, и невероятно трудно это все переживал. Поэтому для меня картина «Ниоткуда с любовью» невероятно важна, и по целому там целая россыпь блестящих актерских работ, все женские роли. И самое главное, это была последняя картина Саши Абдулова, чтобы они жили в наших душах, не увядали, и мы были бы способны, имели силу и энергию передать это нашим потомкам. Спасибо вам.